Всем привет! Я тут ловлю последние теплые дни. У себя во дворе читаю новый Космополитен и кушаю виноградик. Очень вкусный. Рядом тут со мной котик бродит мой. В общем, кайфую. В общем, забегала я сегодня в магазин и купила такую вот грязь. Антицеллюлитная. Такой вот серии Доктор Санте. Ранее я покупала два таких крема и все ходила, смотрела на эту грязь, думала, надо она мне, не надо, будет ли у меня время, желание, силы использовать такую вот пол-литровую штуку. Вот здесь написано, что ее нужно использовать 2-3 раза в неделю под пищевую пленку. В принципе, я когда-то очень давно таким занималась, могу сказать, что действительно, да, помогает. Здесь у меня кот в кадре, поэтому не обращайте внимания, он всегда любит лезть в камеру. В общем, что касательно вот этого крема, пробовала из этой серии только вот этот вот крем. Девчонки, это просто ад. Попа так краснеет, она так жжет, невыносимо. Кожа просто потом, знаете, такая вот, как будто бы перцем намазали. Я люблю такой эффект, но, конечно, это не для слабонервных. Эти две банки я еще не пробовала. Вот, ну, думаю, найду время для себя. В общем, буду пользоваться, позже дам вам свой отзыв на эту серию. И купила я два скраба вдогонку. Один такой вот Dolce Vera, манговый мусс, и такой вот фисташковый чизкейк. Этот по запаху мне нравится гораздо больше. Ну, такой, знаете, такой действительно такой вот, как мороженком пахнет каким-то вкусным. Этот более такой химозный, но не знаю, это сахарно-солевой скраб. Первый раз буду пробовать такую вот марку, поэтому вот интересно будет, с вами обязательно поделюсь. Хочу в этом влоге показать свой заказ с мейкапа. Он был небольшим, но я заказала именно те продукты, за которыми я очень давно гонялась. И давайте приступим. Первое, что я вам покажу, это будет такой вот BB-крем от Vitex, да. У меня уже есть масочка именно из этой серии, совершенная кожа, крем-корректор. Я уже воспользовалась вчера этим кремом. Что хочу сказать, здесь есть SPF 15, он подойдет на лето. В принципе, на весну, на любое время года. Он не такой жирный, как да, гидроэффект CC-крем. Он такой более плотный, но он не перекрывает абсолютно ничего. Если вы просто, у вас идеальная кожа, и вы хотите просто немного ее сгладить, превратить в такой, знаете, ровный, ухоженный цвет лица, то, пожалуйста, это ваш продукт. В остальном он не перекрывает ничего, он не закрашивает никакие воспаления на лице, то есть абсолютно ничего он с этим не делает, никак не работает, просто делает холеный вид, ухоженную, сияющую кожу, все. Поэтому, если у вас нет никаких проблем, то, пожалуйста, пользуйтесь. Далее, такой вот крем, я еще его не открывала, это тоже от Vitex, эффект контурной коррекции лица, гель-филлер 45+. Взяла такую сыворотку для профилактики шеи. У меня на шее имеются некоторые такие, знаете, заломы, как я их называю, это еще не морщины, но от того, что я часто работаю за компьютером, то есть, ну, как-то голову, может быть, туда-сюда наклоняю, смотрю вниз, образуются такие заломы. Это очень неприятно и некрасиво, поэтому буду стараться что-то с ними делать, как-то убрать при помощи косметических средств. Вот, буду пробовать, обязательно потом с вами поделюсь отзывом. И то, собственно, ради чего я делала свой заказ, это такая вот серия «Изумительная кожа». Это просто продукты, за которыми я гонялась. Дневного крема, к сожалению, у них не было в наличии, когда я делала заказ, поэтому они мне прислали его отдельно, когда он появился. Ну, в общем, не суть. Очень быстро разбирают эту серию на мейкапе. Я уже пробовала. Это серия 25+, с морожкой, изумительная кожа. Я подписана в Инстаграме на страницу Белита Витекс, белорусскую косметику полностью, и все новинки они публикуют на официальной странице. Вот, и там я увидела этот крем. И, конечно же, я сразу же за ним начала гоняться. В магазине, который представлен у меня в городе, белорусской косметики, я, к сожалению, не нашла данную серию, но на мейкапе есть два таких продукта.
И сейчас я уже смотрю, мониторю, у них появился гель под глаза, именно изумительной кожи, там крем сияния или как-то так он называется. В общем, что хочу сказать, идеальный запах, просто мне очень подошел, идеальное действие, то есть кожа, он очень быстро впитывается. Вот ночной я еще, к сожалению, не пробовала, а в дневной он моментально впитывается, сразу можно наносить макияж, не ждать, пока он впитается. Он очень быстро насыщает кожу. Он не, знаете, такой не увлажняющий, он не легкий. Это больше тяжелая такая вот артиллерия, которая помогает питать вашу кожу. Я думаю, он идеально подойдет на холодное время года. Вот, поэтому сейчас добиваю, у меня уже на дне там буквально свой гидроэффект кремушки, хотя для меня они тоже идеальные. Но это скорее на такой на летний, да, период, пока у нас хотя и жара в городе, но тем не менее. Запаслась и просто уже жду, не дождусь, пока буду им пользоваться. И последнее, это такой вот Dove крем для тела с молочком кокоса. Пахнет, вы знаете, очень круто из банки, но на теле, к сожалению, запаха нет, поэтому не знаю. Ну, так, в принципе, я вот его понюхала, мне очень понравилось. Вчера нанесла после душа, буквально 5 минут, и аромат, к сожалению, выветрился. Но в целом очень приятное средство, хорошо питает кожу. Такой вот у меня был мини-заказик косметики.